Международный союз железных дорог при поддержке железнодорожного сообщества всего мира в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявил 3 июня 2015 года Международным днем безопасности на железнодорожных переездах. Эту инициативу поддержали во многих странах мира. На Северокавказской железной дороге рейды безопасности при поддержке сотрудников ГИБДД прошли в некоторых районах Краснодарского края, в том числе и в Славянске на Кубани. 3 июня на железнодорожном переезде 41 километр улица Советская прошел рейд безопасности. Мероприятие направлено на привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Основная цель нашей акции – это как можно больше задействовать людей, как можно больше задействовать водителей, привлечь их внимание к такому опасному объекту, как железнодорожный переезд. И тем самым как можно больше выдать им информации о всей важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, так как интенсивность движения сейчас возросла в разы, а дисциплина водителей, конечно, без сомнений падает. Многие пренебрегают, подвергают жизни опасности своих пассажиров и людей, ни в чем не повинных, которые передвигаются в пассажирских поездах, железнодорожных составах. Актуальности мероприятию придает то обстоятельство, что с начала 2015 года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. За тот же период 2014 года – 17. Из них 5 случаев столкновения автотранспорта произошло с пассажирскими поездами дальнего и пригородного следования. В этот же день участники акции напоминали водителям, что железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, а также раздавали памятки, призывающие и соблюдать правила дорожного движения. Людям или надо или напоминать почаще, или как, много же товарей, сколько лезут, что лезут, непонятно. Водители, не подвергайте себя и ваших пассажиров опасности, ведь именно от вас зависит благополучие родных и близких. Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время, чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».